Сегодня на улице Ленина проходит так называемый одиночный пикет, который проводится организацией «Суть времени». Каждые 50 метров стоят активисты этого общественного движения, которые сегодня протестуют против вступления Российской Федерации в ВТО, а также многих других внешнеполитических и внутриполитических вопросов. Расскажите, пожалуйста, про «Суть времени». Это общественное объединение или вы относитесь к какой-либо политической партии? То есть, это чьи интересы? Пока еще это не политическая партия, это общественное движение. Оно официально не зарегистрировано, но по закону оно имеет право на существование. Вот. Наше общественное движение занимается гражданскими протестами против вступления в ВТО, против ювенальной юстиции. Вообще наша конечная цель – это построение СССР 2.0, то есть реванш социализма в России. Я вступила в движение в мае, и вот с мая по сегодняшний день уже участвовала в 7-8 пикетах. То есть мы где-то раз два в месяц, один раз в три недели обязательно делаем или пикет, или митинг небольшой. Ну, в основном это бывают такие пикеты обычные, то есть когда много народу рядом стоит. Но цепочку одиночных пикетов мы делаем первый раз. Это наш, так сказать, дебют. Я конкретно, у меня материалы против ювенальной юстиции. У нас в России готовятся законы к принятию, которые позволят чиновникам забирать ребенка практически из любой семьи, даже самой социально адаптированной. Социалистическая организация «Суть времени» ставит своей конечной целью построение государства под названием СССР 2.0. Увенчаются ли их старания успехом, покажет будущее. Сергей Бархатов, Станислав Птица, телеканал ЮТВ.